26 февраля активисты Extinction Rebellion во Вроцлаве перекрыли дорогу на улице Швидницкой. Их деятельность направлена на привлечение внимания общества и политиков к угрозе, связанной с последствиями скорого потепления и изменения климата. Около 30 человек с баннерами и плакатами сидели возле пешеходного перехода на улице и пели. Некоторые прикрепили себя за шеи держателями для велосипедов к столбам светофора. Полицейские перекрыли улицу машинами. Около 13 часов на место происшествия были вызваны дополнительные наряды полиции, а сотрудники начали отсекать молодых людей и выводить их с дороги. Только после 15 часов им удалось отрезать протестующих от столбов пилой и разблокировать улицу. После этого активистов начали регистрировать в полицейских машинах.